Всем привет! С вами Катерина, менеджер оконной компании «Четвертый этаж». И сегодняшнее наше видео мы хотим посвятить подоконникам, а именно подоконники Sauber. Что же это за подоконники? Данные подоконники украинского производителя OpenTech. Всеми нами ранее известные подоконники OpenTech. Что же поменялось в данных подоконниках? Во-первых, изменилась толщина ребер жесткости. Эти подоконники стали более надежные, более прочные. И покрытие самих подоконников также стало более надежное. Подоконники Sauber отличаются от подоконников OpenTech и остальных многих своим копеносом. Здесь довольно-таки интересный скругленный копенос. Это необычное решение, которое дополнит интерьер вашего помещения и красиво его обыграет. Но также в подоконниках Sauber есть новинка, которая сделана только в белом, только в глянцевом цвете. На данный момент это подоконник с прямым копеносом. Что касается цветов по подоконнику Sauber с скругленным копеносом, здесь есть как от самых базовых цветов белый под дуб, так и самые популярные подоконники серый антрацит, темный дуб, поэтому вы сможете выбрать вот свой вкус и цвет. Что еще хотела сказать, это то, что в данных подоконниках есть как глянцевое покрытие, так и матовое во всех цветах. Поэтому вы сможете тоже выбрать то, что вам больше к душе. Если вас заинтересовало данное видео, данные подоконники, набирайте, мы обязательно вам подскажем, расскажем, сделаем просчет, вызовем мастера, чтобы он снял точные замеры. Либо же данные подоконники можно заказать с самовывозом по Киеву. Надеюсь, видео было полезное. До скорых встреч!